Владимир Путин сегодня в Новоогареве принял своего греческого коллегу Прокописа Павлопулоса. Это первая встреча двух лидеров. Павлопулос занял свой пост в прошлом феврале. 2016 объявлен перекрестным годом России и Греции, поэтому впереди множество совместных мероприятий, всего около 40, как деловые, так и культурные. К примеру, запланированы греческие выставки в Петербургском Эрмитаже и Историческом музее в Москве. Очень рад нашему личному знакомству. В рамках этого визита у нас есть замечательная возможность объявить с вами об открытии года России в Греции и года Греции в России. Уважаемый господин президент, мы очень рады принимать в Москве главу греческого государства, дружественной нам стороны, с которой нас связывает уникальная историческая связь. Я бы хотел передать от имени греческого народа, правительства и всех демократических сил Греции, что мы считаем очень важным вклад России в сегодняшнее событие в мире, связанное не столько с экономикой, сколько с вызовами всему человечеству. Я надеюсь, что в течение этого года у нас будет возможность вас принять в Афинах. Спасибо.